Поддержание физической формы без отрыва от работы. В Первоуральском управлении ГУФСИН открыли спортивные залы для занятия борьбой и тяжелой атлетикой. Специально отведенные для физподготовки часы офицеры, прапорщики и сержанты могут выполнять упражнения по бодибилдингу. В учреждении предусмотрели необходимые тренажеры для работы над всеми группами мышц. В борцовском зале боксерские груши, профессиональные маты и манекены для отработки силовых приемов. По словам специалистов, благодаря занятиям спортом, у сотрудников увеличивается стрессоустойчивость, повышается самооценка, появляется больше удовлетворения от службы.